А у нас во дворе растет авокадо. А у вас есть такое дерево дома? Так это ж а вы знаете, что авокадо бывает разных видов? Мексиканская, узбекистанская, испанская, туркменская, турецкая, знаете? Нет. Нет. А бывает. Удивительно. Знаем наше сегодняшнее утро на позитиве. Понятно? Что поесть сегодня с утра? Помоечные бич-блогеры начинают написали свое же утро. Уже духи дьюти-фри, вещи лалили, что дальше? Дальше мусорный контейнер. Да. Обзор? Остатки еды от обзор мусорного по мусорным контейнерам города Алании. Только на нашем канале. За мной. Эй, Лизка! О, а ты откуда? Всем привет! Взялась. Брошенный ребенок нашелся! Ура! Ура, мы дома! Ура, товарищи! Аккуратней! Новый город, города! Нам с тобой навсегда, навсегда! Единственная любовь моя! Навсегда, навсегда! Мы с вами можем нормально поздороваться. Привет, наши дорогие, любимые зрители. С вами Красочка Жея, наша маленькая, любимая Красочка Лизочек. Привет. Куда мы сегодня собрались? Сегодня мы едем с вами в один курортный городок, в котором мы еще не были, но который знает каждый практически. Нас бросили на заправке. Да, нас бросили. Мы тут одни. Нас бросили у Старбакса и уехали. Куда мы сегодня поедем? Мы хотим посмотреть, что такое город Кемер, знаменитый, куда вы все ездите, так же, как и в Аланию. Он имеет такую же популярность, но мы, к нашему стыду, еще там не были. Поэтому мы на арендной машине сейчас направляемся именно в этот городок, посмотрим, чем он живет, и понравится ли он нам, и выразим свое личное мнение по этому поводу. Пошли. Мы не можем проехать мимо Старбакса. Конечно, мы его бойкотируем, но обстоятельства вынуждают нас зайти и купить здесь кофе. Так, что у нас здесь есть? Капучино самый маленький 66, большой 84. Латте 66 маленький, карамель макиато 82 маленький. Так, определяйся, Лизок, что здесь вкусности. Вкусности всякие сюда. Всякие показываю вам красивые. Значит так, Лизочек, заказывай. Маленький не ортак капучино, это средний капучино. Папе маленький латте, а себе что хочешь. Папа будет латте? А? Он хотел холодный. Возьми, вот здесь турецкая карточка. А, он хотел какой, холодный? Да. Ладно, возьми ему какой-нибудь холодный кофе. Так, я еще не закончила с булками. Заказываем. Значит, взяли мы 3 кофе маленьких. Заплатили 248 лир за 3 кофе. Starbucks
Это пока, ну, еще кофе Робертс нормальные, но здесь кофе Робертс нет, поэтому пришлось покупать этот дорогущий Starbucks. На самом деле Робертс не очень. Да? Мое мнение. Мы сейчас едем через Анталию, ну, уже практически проехали. Смотрите, 40 температура. И это в конце сентября. Я что-то так на это не рассчитывала, если честно. На плюс 40. Может быть, и в декабре, и в январе здесь так будет. Как вы думаете, пишите. Но горы здесь потрясающе красивые. Карпаты красивые, но эти тоже. Они, Карпаты более такие пологие, а эти остроконечные. Друзья, мы доехали до Кемера, припарковались на парковке. Парковщика нету, все бесплатно. И это уже радует. Да, и поняли, что это херовая была идея вообще, в принципе. Да, потому что мы не ожидали, что будет плюс 40 на улице.
действительно просто, ну, выжигает глаза. Сейчас мы пойдем вот на эту пешеходную улицу, дойдем с вами до моря, покрутимся, повертимся, посмотрим. А даже мы где-то, может быть, покушаем, если увидим, что там в ресторане будут люди сидеть. Мы же едим там, где люди, а там, где нет людей в ресторанах, мы стараемся не есть. Представляете, какая здесь жара? Вот как вам это объяснить, даже не знаю. На что похоже? Похоже на духовку. Нас туда запихали. Так, здесь какая-то пешеходная улица. Мы сами первый раз здесь, смотрите. Торговые ряды. Надюжишь. Что? Знакомые места. Знакомые? Ты здесь был, что ли? Да. Как во сне? Когда был? Здесь даже есть фонтаны. Вот такие. Кстати, смотрите, вся улица. Я очень хочу сюда. Я очень хочу сейчас сюда залезть, тупо сесть там и сидеть. Все. И отсюда не выходить. Кстати, симпатичная идея. Посмотрите. Аллея, вся вода. Она перетекает вот так каскадами. Да? Сначала дойди до них. Там нормально вода есть. Угу. Людей немного, потому что половина людей на море, половина на сиесте. Это вам не... На море сейчас глупо быть. Сейчас на море выходишь, так вот, раз, два, три, четыре, пять, все, вечером понтанул. Ну, для этого ж люди сюда и едут. Для того, чтобы понтанул. Быстрый загар. Полчаса, весь отпуск на смарт. Слушай, два дня отлежаться и опять пойду загорать. Как здрасте. Снимать с себя четыре слоя сразу. Да. Обновление кожи. Такая приятная пешеходная зона. Очень приятная. Такой зной на улице. Здесь в тени вполне комфортно можно себя чувствовать. Нормально. Магазины, бутики, кожа, меха и все остальное. Пожалуйста, заходите. Давайте зайдите, на вас хороший год. Все, мы же кожу намерились на Лалейле, больше не хотим. Даже при одном взгляде на шубу становится дурно, если честно. Лизочек, как ты поживаешь? Нормально. Как ты без мамы с папой, хорошо? Ну, очень, выжила. Да? Очень хорошо. Понятно. Мама с папой из дома, мыши в пляс, да, пошли сразу. В холодильнике, которые повесились. Да. Скажи, Лизка, теперь готовить не надо, убирать, да? Ну, не, маме помогает, но самой не надо это все полностью на себя взваливать. Да. Папе собаку сразу с порога отдала. Показываем. Показываем? Что показываем? Я иду, кручу, верчу. Запутать хочу. Показываю жизнь. Как здесь протекает жизнь. Жизни нет. Не... Торопливо, не спеша. Здесь нет. Почему? Здесь, вот здесь лично. Сидят под кондейкой. Здесь лично люди. Какая? Супер вообще. Да. Такая модель редкая. Нет, она совершенно другого качества. У меня нет, совершенно другая. Совершенно другого качества. Я купила на Лалейле, понимаешь? Эту сумку. Где? Пойдем посмотрим, сколько стоит, Лизка. Может так, Лизе купили, покажи Лизу свой. Этот, который мы тебе купили. О, смотри, Лиз. А вот такой не хочешь? 13. А 13 есть первый? Мы по 100 лир брали в Стамбуле. Ну, 150 максимум, потолок. 13-е это наши обездоленные телефоны. Они самую маленькую нишу занимают. Сколько стоит? Вот, сколько? 390 лир. Вот с кармашком такой. 390 лир, Лиза. Я в Стамбуле тебе за 100 купила. Вышли отсюда быстро. Вот туда. На выход, я сказала. Радуйся этому чехлу, который я тебе купила в Стамбуле. 390. Четыре раза дороже. Не надо. Четыре раза дороже. Могу успокоиться. Дайте. Держите меня 7. А как вы себя чувствуете на курортах Красноярского края? Как вам Аланья? Очень прекрасно. Мне очень все нравится. А вы?
А вы? А вас? Вот такие наушники, да? Так, здесь, значит, есть Polo магазин, есть магазин Вайкики стандартно, он везде, есть в каждом уголке нашей планеты. Вы уже поняли это, да? Супермаркеты. Вот пока самая такая интересная достопримечательность — эти красивые фонтаны. Эта аллея, мне она понравилась. Магазины, все, что везде. Кстати, Ава есть, мат, парфюмер есть тоже. Вайкики, кстати, вот мы идем уже 5 минут, а он все продолжается. Все никак не закончится. Мороженое. Море, сейчас до моря дойдем. Главное потом вот по этой воде идти обратно в нашей парковке, чтобы найти нашу машину съемную. Машина наша стамбульская. Мы ее сняли в Стамбуле, приехали мы из Стамбула. Ну, мы идем правильно. Нам идти, идти. Под Ray-Ban и закосы. Говорят, дешевле все в Кемере. Вот сейчас и проверим. Уже по чехлам на телефон не могу сказать, что все дешевле. Тоже все подбрендуют эти очки. То, что я мерила у нас на рынке. Уже не хочу, что-то передумала купать. Они все кривые, косые. Тогда мне повезло, я купила нормальные более-менее очки. Но... вот эти. Да, сейчас посмотрим. Так, фотозона с какими-то пиратами Карибского моря. Как там пират. Награбленное сокровище, чашки. Так, мы хотим дойти до моря. Может быть, мы очень рано остановились. Не знаю. Спустились. Парк возле моря. Памятник Ататюрку стандартно. Фонтан, который манит. Кемер. Сейчас мы подойдем, посмотрим эти цветные красивые буковки. Парк приятный. Смотрите. Любимое занятие наше. Купаться в фонтане. Иди сюда. А, сейчас. Давайте, пошли. Пошли. Раз, два, три. Здравствуйте. Мы здесь живем. В какой букве вы живете? Буква М. Буква М. А букве Ре? Ре нет. Нам соседи уехали давно. Куда? М? М. Да. Как вам погодка? Капец. Мы не можем отойти от фонтана. Они гонят меня еще здесь. Искупаться. О, хорошо. Еще одна. Краски же, как всегда, купаются в фонтане. Что поделать? Лиза, только не пей. Ты не знаешь, откуда эта вода? Не пей, а то станешь этим. Козленочком, да. О. Я рассчитывала, что в конце сентября все-таки будет даже здесь. Нет, здесь. Вот на то, на что ты рассчитывала, это будет в конце октября. А машина-то у нас сегодня есть. Поэтому работаем с тем, что имеем на данный момент. Понятно? Так. Показываю этот красивый ухоженный парк. Экспонат. Что, экспонат? Вот она, жопа. Опа! Так, напишите, пожалуйста, кто что думает об этой скульптуре. Что думали, это жопа. Ну кто? Пусть люди напишут. Вот он, забухал. То есть надо так. Это современное искусство. Вы ничего не понимаете.
Ой, друзья, все прекрасно, прекрасно. Супер, супер красиво, все ухожено. Все очень приятно глазу, но очень жарко. Что? Тенечки, такой милый. Ага. Своеобразный. О, сердце. Love, love. I love Khmer. Показать сердце. По-турецки. Руки любить будут. Это будет севмек. Как? Севмек. Севмек. Что? Севмек? Как? Бен севмек кемер. Нет. Бен кемер севиорум. А, бен кемер севиорум. Я люблю кемер. Не надо, я... Бен север алания. Севиорум. Севиорум. Бен алания севиорум. Видите, какой эвкалипт. Просто красавчик. Просто красавчик. Так, и что? Пляж. Ну прям сейчас не вариант. Здесь такие, здесь такой, ты что, здесь такой пляж. Смотрите, красота. Пойдем с вами. Пойдемте в сердце. В сердце идем. Пойдем посмотрим. Как говорится, центральный городской пляж. Сколько людей. Бухта шикарная. Здесь мы. Я прям смотрю и, вы знаете, мы еще не на 100% выздоровели, поэтому сегодня специально не взяли купальники. Что-то я боюсь пока. Хоть море и очень теплое, но... Че? Сегодня решили не залазить в море. Еще парочку деньков и все. На следующей неделе уже будем снимать. Ну, уже нормально себя чувствуем, все хорошо, но... На всякий случай. Так еще воздержусь. Конечно, очень хочется, если честно вам сказать, нырнуть туда. Заход моря просто потрясающий. Плит нету. Галечка. Понимаете? Смотрите, какой заход моря. Галька. Вот он пляж. Здесь очень много гостиниц там вдоль побережья, с той стороны, с той стороны. Посмотрим, да? Шикарный, похож на Клеопатру вход, но нету волны такой бешеной, как в Алании. Море чистейшее. Видите, мелкая волна? А что у нас в Алании? Постоянно дикие волны. С этим и славится Кемер, конечно, потому что здесь очень хорошо. Я думаю, вода 22,30. Что сейчас умыться водой холодной. Фух, ну что, на этом закончим? Ну, или пообедаем где-нибудь, да, еще по советскому? Вот ресторанчик есть. Пойдем посмотрим меню. Ну, солидно, кстати. Пошли посмотрим меню, сколько тут это. И надо это еще. Нашего помощника запустить, чтобы мы сверху посмотрели, наши зрители могли посмотреть на эту бухту. Здесь, я думаю, проблем никаких не будет, если мы уже в Стамбуле это делали. Ну давай, убей нас ценами. 245-265. Тише, сейчас, подожди секунду, я ж на влоге. 245 салата, да? Нихера себе цены. Да ничего себе. 400 салат. Вот это сколько? Что это такое? Изгара 885. 800 лир изгара. Пойдем в другое место. Ну это переборчик. Мы... Переборчик. Да. $100 отдать просто за обед. Поесть кусок жареной курицы. Нет. Не настолько мы голодны.
Серег, ты можешь отсюда прямо. Вот давай зайдем за эту. Food in box. Food in box очень дорого, дороже, чем в центре Стамбула. Солнце почти зенит, можно как-то ярко снять, да? Ага. Жарко. Такой у нас не длинный выпуск получился, ознакомительный. Вот, хотя бы посмотреть, есть ли здесь плиты. Ну, конечно, плит здесь нет, это же не Алания. Вот, прошли, долго снимать не смогли, обойти все, потому что на улице плюс 40, это очень тяжело. Даже Лиза молодая наша, и то не смогла долго ходить, поэтому так вкратце пробежались. Кемер гораздо дороже, чем Алания. Даже в ресторанах у нас даже самых дорогих таких цен нет. На обычные блюда. Я даже не спрашиваю, сколько тут кофе стоит, чаю, даже ничего не поинтересовались. Пару мест зашли. Вот. Красивый, уютный городок, ухоженный парк. Хороший заход в воду. Волн нету. Ну, почему бы его не рассмотреть, допустим, для отдыха? Вполне нормальный вариант. Кого устраивают высокие цены? Очень высокие, выше, чем в Алании. Вполне можно здесь прекрасно отдыхать. Особенно с детьми отлично. Алания, вы же знаете, славится тем, что не везде можно зайти в воду нормально. Вот, и там в основном везде плиты. Приятное такое, ну, как бы сложилось впечатление. Маленький хороший городок. Очень похожий на городки, вот начиная от Белека. Очень похож на Белек. Вот, на Аланию как бы, не могу сказать, что он похож. Больше Анталийское побережье. Ну, сказать не могу. В гостиницах мы не были здесь, в отелях не были, не отдыхали. По еде тоже сказать не могу, потому что не поели. Так, посмотрите, как выглядит сверху. Думаю, что наш обзор, он поверхностный получился, к сожалению.